Компания Teach Video и журнал Computer Bild совместно с Фондом развития игровых технологий и киберспорта организовала и провела 9 апреля 2010 года выездной семинар по Windows 7 и Internet Explorer 8 в рамках проекта «Школа технологий». Это первое такое мероприятие «Школа технологий», которое проходит в стенах нашего цифрового дома. И нам очень приятно, что сегодня так много гостей, так много ребят, которые заинтересовались данной темой. Мы стремимся всегда следовать в русле современных технологий, современных тенденций в информационном мире. И я думаю, что вот первый опыт, который сегодня прошел, он был очень удачный, и в дальнейшем мы будем сотрудничать. И надеюсь, что следующие семинары будут не менее популярны. Этот семинар стал значимым событием в жизни школ города Москвы и вызвал большой резонанс среди преподавателей как школ, так и высших учебных заведений. Мы давно дружим с цифровым домом, поэтому с большим удовольствием принимаем участие во всех мероприятиях. Вообще все, что делает цифровой дом, это такое мероприятие, которое и детям нравится, и полезно, и преподавателям. Мы всегда с удовольствием, наша команда участвует. На семинаре Windows 7 и Internet Explorer 8 на протяжении 4 часов обсуждались различные аспекты перехода пользователей на новую операционную систему. Были даны практические советы по использованию обновленных приложений. Ребят, которых я привел на мастер-класс, я вижу, довольны сидят, потому что тема им интересна, они интересуются компьютерами, интересуются вообще операционными системами, разбираются в этом. У ребят появляется какое-то индивидуальное желание познавать что-либо новое, повышается интерес и мотивация на уроках, не возникает интерес самореализации, нахождения каких-то новых путей и саморазвития. Также были представлены новые возможности Internet Explorer 8. Преподаватели обратили внимание школьников на качественно новый уровень безопасности браузера. На самом деле, вот проведение именно таких мероприятий, которые повышают вообще уровень компьютерной грамотности детей, это очень полезно и очень нужно. Научить детей правильно владеть этой информацией, правильно распоряжаться – вот главная цель педагога и вообще современных IT-компаний. Семинар посетило практически 60 учащихся из 10 и 11 классов. Также на семинаре присутствовало около 15 преподавателей информатики школ и лицеев. В перерыве посетители ждали интересные подарки от журнала Computer Bild и компании Microsoft. У каждого участника семинара была возможность познакомиться и пообщаться с руководством компании Teach Video и бренд-менеджером журнала Computer Bild Ольгой Черненькой. Я рада, что сегодня у нас все получилось. Школа технологий, первая школа технологий состоялась. У нас было много посетителей, и надеюсь, что так будет и всегда впредь, когда школа технологий будет открывать свои двери, а Computer Bild будет писать об этом обо всем. Мастер-классы школы технологий стараются охватить наиболее интересные и полезные темы, поэтому пользуются большим успехом у публики. Компания Teach Video и журнал Computer Bild прекрасно справились со своей миссией – сделать современные технологии доступными каждому. Наша компания очень довольна итогами проведенного мероприятия здесь, в цифровом доме. Нам было очень приятно, что большое количество преподавателей и ребят откликнулись на предложение посетить это мероприятие, узнать что-то новое, интересное. На самом деле для нас и для наших партнеров, я считаю, что самая высокая награда по итогам этого мероприятия – это улыбки на лицах детей, их интерес, большое количество вопросов, а также огромное количество предложений от преподавателей, которые в дальнейшем нам помогут улучшить наш проект и поднять его на новый уровень. Компания Teach Video и журнал Computer Bild прекрасно справились со своей миссией – сделать современные технологии доступными каждому. Техническим партнером и спонсором семинара стала компания Microsoft.